Итак, ребята, всем снова привет. Сегодня у нас на пороге очередная серия соло-калибровки. И мы продолжаем искать соперников, но для начала у меня есть немного плохих новостей. В общем-то, вы сейчас на экране видите скриншот. У меня не записалось два матча, первый из которых я выиграл 3-0. Там соперник ливнул, он был неинтересный. Но, в общем, второй, вот реально, очень обидно, что не записался. Я тупанул, только потом понял, что можно было нажать Save Replay и прокомментировать это, и наложить звук отдельно. Но я как бы учту свою ошибку, и в будущем, если такое случится, если оно не запишется, то я так сделаю. Вот. Ну, в общем, в том матче он реально был очень плотный. Мне реально жалко, что вы его не увидите. Я там проиграл 4-5, чисто на последней секунде мне забили. Вот там 2 секунды оставалось, и он забил мне. Была ничья. Я выигрывал до этого. То есть за 20 секунд буквально решился весь исход рейтинга. И такое у нас с вами бывает. Ну, а в этой серии мы с вами продолжаем. То есть, получается, у нас уже будет 5-й матч. 2 я выложил, 2 не получилось снять, и 1 сейчас мы с вами сыграем. Посмотрим, что у нас будет за соперник. Такс. Пока что он подключается. Он тоже решил не демонстрировать свой ранг. Вернее, свой этот скилл левел. Ветеран, ну вы поняли. Так, он начинает защиту. Мы его в уголочек пробьем. Ну, это уже, считайте, пенальти было какое-то. Тут у меня так мячик неловко отскочил. Я думал, на самом деле, что он в этот момент отобьет и контратакует. Но не тут-то было. Начинаем хорошо, 1-0. Пока что я не понял, что умеет этот парень. Он умеет дефаться, так понимаю. Он предпочитает тактику дефа и контратаки. Я его на самом деле поддерживаю. Но вот здесь вот такие ошибки совершать нельзя. 2-0. Ребята, если он вдруг сейчас ливнет, то я для вас запишу второй матч, наверное. Потому что это будет слишком коротко. 2 гола мы уже добили. 2 удара, 2 гола. Так, я слишком сильный. Я почему-то подумал, что он поедет, а... Он решил вот так вот пропустить. Ну да, как я и говорил, он ливнул. Еще одна победа в нашей копилке. Вот, да, 5 из 10 у нас получается. Тогда продолжаем. Ищем нового соперника. Ну, тактика от дефа играть, она с одной стороны хорошая, если ты реально умеешь дефать. То есть, если ты отбил и резко перешел в атаку и забил, пока враг сзади, пока он там ударил, как-то там переворачивается и все такое. Тогда да, тогда это работает. Но если вот так вот, как этот чувак, такие глупые ошибки совершать, то это тогда не работает. Так, против нас ветеран. Начинаем новый матч. Так, он тоже дефает. И... Вот я не знаю даже, честно, что сказать. Я просто стоял. Я просто по центру аккуратненько ударил. Он даже не смог выбить. Хм. Так, сейчас он 100% поедет, потому что это диагональная разыгровка. Стоп, что? Чувак! Чувак, проснись, чувак! Что с тобой не так? Смотрите, просто я немножечко в конце дал нитры и... Считайте, как с отворот ударил. Подозрительно. О, теперь в мою сторону отлетело. Так, где он? Так, он меня ждет на подхвате, да? А мы его вот так вот обводим. Аккуратненько. Такой вот ему запускаем. Отлично, отбил. В самую последнюю секунду. Сейчас бы мог пропустить.
Опять его обводим. Продолжаем контратаку. Это уже не контратака. И гол. Отлично. 3-0. 4 минуты до конца. На самом деле, вот ребята пропускают 3 гола и ливают, но я в этом не вижу смысла, потому что здесь все как-то очень уж быстро сбивается. И отыграться довольно-таки несложно. Но сейчас вот хороший перехват был. Может быть, удачный навес. Ай, вот как я говорю. Всегда мне не хватает вот этих вот миллиметров для того, чтобы забить такой гол. Ай. Но контратака. Чуть-чуть мне на самом деле не хватило. Вот в Rocket League всегда чуть-чуть, всегда. Чуть-чуть не хватило, чтобы отбить. Чуть-чуть не хватило ударить. Чуть-чуть не хватило, чтобы по стенке мяч поздать. Вот эти вот миллиметры, они всегда здесь решают. Ну, блин, вот я что-то забыл, что этот чувак дефает. И опять лажанул и криво ударил. Ничего, сейчас я отобью. Нормально. И я перейду уже непосредственно в контратаку. И, конечно же, те самые миллиметры меня подводят. О которых я только что буквально говорил. Ну, хоть сейчас я попал. Хоть сейчас. 4-1. Нормально. Получается, один матч мы проигрываем. Проиграли, вернее. И 5 выигрываем. Надеюсь, если, конечно, за 3 минуты сильно ничего не изменится. Так, он опять дефает. Я опять бью. И он опять пропускает. Вот чисто гол, как в начале. Ну вот ничему его жизнь не учит. Так, отлетел на мою сторону. Ну ничего, мы примем. Так, он у нас где? Почти. Я думал, я его сейчас прокину. Нет. Только вот такими вот жесткими методами. И вот опять. Опять те самые миллиметры. Так. Вот у него та же хрень. К слову. Так, мяч на его половине. Гол. Есть. Есть контакт. С острого угла забили. Неплохо, неплохо. Great pass. No problem, чувак. Ой-ой-ой, вот это вот. Вот я даже не знаю, что в таких ситуациях говорить. Но мяч упал слишком близко к штанге и я не забил. Ведь могу, когда хочу, выигрывать с таким счетом. Чем-то прошлые соперники. Второй, вот третий. Третий, ладно, третий легко. Четвертый у меня с трудом, я его проиграл. А этот снова легкий, я вот не понимаю. Опять я криво ударил, заговорился. А он, кстати говоря, попал. Ну, 7-2 уже разрыв. На самом-то деле большой. Я даже не волнуюсь. Хотя, я думаю, стоило бы. Ой, он ударил. А я почему-то не видел этого. Не видел, как он едет. Сейчас будет атака по стенке. Вот в чем-чем, а в этом я хорош отбивать такие атаки. И опять, друзья, те самые миллиметры мне мешают забить гол. Ну ладно. Это уже, наверное, гол, да. Здесь получается... Ну, блин, ну, я уже вас всех задолбал этим, на это жаловаться, но реально вот малюсенькая ошибка, и все, и ты пропускаешь. Так, он едет, я заметил. Сейчас я это спалил. И поэтому я забью еще один. Да не знаю, что.
Ну, чувак хотя бы более активно стал играть, что ли. Первую половину я его вообще не чувствую. Сейчас там хоть что-то. Он уже понял, что идет ва-банк, короче. Тут либо все, либо ничего. Оп! Вот сейчас вот я отбил. Но мяч все равно предпочел оказаться на моей половине. Close one. Мы ему скажем. Хорош. Плохо задефал. Ну давайте хоть что от него подефнемся. Посмотрим, что он может. А, собственно, толком и ничего. Развиваем очередную контратаку. Не знаю, мячик. Очередная ответка соперника. Что же он у нас делает? Хрень какую-то. Ага. Нет, друг. Ты уже запорол свою атаку. А нет. Я почему-то был уверен, что он сейчас пролетит там мимо как-то или что-то вроде того. Не тут-то было. Ну, 18 секунд осталось. Парень уже решил не ехать мячом. Что же он сейчас делает? Отобьет в эту сторону, я его отобью в ту. И мне немного повезло. Мог бы реализовать контратаку. Ну, в общем, нормально. 8-4 итоговый счет. Получается, сегодня у нас с вами две победы. Две победы — это очень хорошо. Получается, 6 игр, 5 побед, 1 поражение. Считаю, идем неплохо, как минимум на золото. Посмотрим, что будет дальше, ребята. А у него-то сильвер. Это очень странно. Очень странно. Ладно, ребята, всем спасибо еще раз, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, обязательно комментируйте видео. Всем до встречи, всем пока!